Он сел, сел. Не взлетает, а сел. Успокойся. Будем взлетать туда, на Симферополе. Видел по ветру. По ветру, да. А может быть, на июле месте какой ветер, я не знаю. Да, на июле месте будет ветер. А? Не понял. Да. Над Харпо не полетит. У Боинга взлет меньше надо, это 500-600 метров. Взлетает. Сразу будем на Россию разворачивать. И сейчас пойдем до Великих Лук. Там, значит, диспетчерский пункт на Великие Луки. Вот. И оттуда уже пойдем через Украину дальше. Да? А там диспетчерский пункт, значит, опорный пункт, точка прохождения у нас там. Ну, сейчас разворачиваться будем по ветру в конце полосы. И потом нужно будет соединиться? Да.